Ты нам еще Олень чай, и мы рассказываем, как мы свой день провели. Вчера мы сидели, что делали? Писали чеки? Вчера, да. Писали чеки, устали, легли спать. Мама пошла назад. Что принесла ты сегодня? Такие вкусные были. С чем были блинчики? Блинчики. С чем я такие с удовольствием съела? С мясом. С мясом. С мясом. Что на второе было? На второе такое было. Потом что было? Сыр. Вкусный был сыр Второй или сыр нет? был, да. Сыр был вкусный или нет? Сыр. Вкусный. Сыр. Сыр. Сыр, который в столовой? Говно. Да, потом после на Извиняюсь за выражение, но они, конечно, действительно кормят самыми второсортными продуктами. На потом пошли на ванны. Ну что, попали на ванны или не? Стали взять ротавирусом поймать? Да. Стали взять ротавирусом поймать? Стали взять ротавирусом? Что стали? Чтобы поймать ротавирус, стали там сидеть взять? Пока Нет. Было? Куда пошли? На пляж. По... Ивушка. Ивушка. Плавали? Плавали? Нет, сегодня очень высоко было. Пошли на бассейн. Очень высокое сегодня бассейн было. Бассейн пошли. Полежали, нагрелись и пошли плавать в бассейн. Поплавали. Угу. Потом куда пошли? На? А? На обед пошли. На обед. Что было на обед? Гороховый суп. Суп? Суп на сарабу был. Что еще было? Тело рыбная котлета. Да. С рисом, по-моему, да? Да. Это возьму на пляс? У меня была... Я потом расскажу. Курица. Мясо. Макароны. Съела ее или нет? Да. Говорит, курицу съела или нет? Да, курица. Не, гадость. Вообще такое не ем. Соседей не было нас. Да то я съела все три салата. Да. И соседи, да. Угу. Они хоть в зал, что ли? Салат был. Они в другой стол пересели. Плохо это, мам. Ну, хорошо, что они. Те были соседи хорошие, вот те, которые были. Угу. Вон те зато были хорошие. Ну, ладно. Потом мы пошли на ванну. А сейчас слева были? На слева. На ванны пошли. Какая была ванна? С собой компотик налили. Какая была ванна? Йодобромная? Ванна йодобромная. Нет. Хвойной не было, и тебе дали кипарисовую. Какая? Кипарисовую. Как? Или розмариновую. Розмариновая. Как? Правильно назови. Емарин. Розмариновая. Розмариновая. Дали розмариновую ванну. Потом куда пошли? Потом на... Потом пошли... На... Б... На пляж. На пляж. Позвонили папе. Пляж. Кошку увидели, собаку увидели, посидели. Ну, прикол, конечно. Захотелось нам в магазин потом. Да. Потом нам захотелось в магазин. Пошли в номер. Да. Папа, куда потом пошли? В номер. Взяли карту. Да. Карту брала? Карту, да, взяла карту. Карту взяла, пошли потом в магазин. В первый магазин пошли. Купила воду вот эту. Не, просто воду негазированную купила. Некстали. Были все холодные, не знаю. Ну, Некстали была не холодная, просто вода была. Не купила? Нет, пока. Пошли потом мини-продукты. Сколько стоил вот этот алоэвер? Сколько стоила такая литровая? 185 рублей. Это лучше мы в Ашане за 110 купим. Да, большую? Да. Зато будет не холодная. Да. Да, мы не купили, потому что потом горло у меня заболит. Потом пошли на пляж. Да. Поплавали. Да. Посидели. Мы заплавали? Не, просто посидели. Что-то захотелось нам в магазин. Мы вернулись. Да. Сначала что мы взяли? Сначала мы что взяли такое попить? Маленькое. Что мы сначала взяли такую бутылочку? Кока-кола. Такая маленькая была, 0,5. О, да, но она... Я проверила, она заменитель. Да. Сколько стоила? Она стоила... На сахар заменитель сколько? 45 рублей. Купила? Нет, нафиг надо на заменителя. Да, еще бы наш. И кто бы еще вылили бы это. Да. Выпили бы или вылили? Вылили. Да, хорошо не купили. И потом мы... Выбрали. Выбрали квас вот этот.
Что ты выбрал попить такой, будто банки стеклянные? Не знаю, от вас. Стеклянный такой. Я ничего не беру. Такой лимонад. Ну, лимонад какой-то апельсиновый, но ты не захотел. Взяли квас такой вот. Ну, взяли квас. Да. Тарадминский. 0,5. Сколько стоит? Лугазированный зато, лугазированный зато. Он стоит 10 рублей. Нет, не 10, 35 рублей. 35 рублей, оценка? 5, хорош, класс. Вот такой вот состав, передам. У него медали. Да. Мы на пляж завтра возьмем? Да. Сразу купили маленькую, чтобы на пляж взять. Да. А то большую не таскать. Да. Вот такая вот сними. Да. Засними. Да, засними. Вот такой вот квас купили. Квас купили. Или потом мама. Расскажи, что мама устала. Да, мама устала очень сильно. Что я когда пиво выпью, прям вообще все больше. Я пиво бить не буду. Оно у меня все силы забирает. Да. Собака страшная. Да. Мужчина хорошо пьет пиво. Вот, мужчина и пусть пьет. А вы не будете пить пиво. Значит, надо такое. Попила пиво и настроение. Сейчас буду клеить. Да, еще час до ужина, и Лёша будет сейчас клеить. Все, такой вот квас купили. Угу. 35 рублей. Недорогой. Угу. Такой же был квас. Сколько стоил только пятерочки, мам? Пятерочки сколько стоил? Такой был. Ну, не помню. Да сколько? Пятерочки. Ну, наверное, 45 рублей. Купила или 25. Купила или нет? Пока не купила. Купила там или нет? Нет. Там мы тоже выбирали квас какие-то. Староминский большой. Ничего не купили. Дорогой был. Да. Могли бы взять, но... Ну, не надо. Ну, все, замечательно. Давай клей, все, все сделаем. Все, как бы, все уличайте, все там. Попадайте, другие люди. В Асан приели, мы там алоэ веру. Там полтора литровая, да. И подешевле стоит. И еще не холодная такая. Хорошо, ну все, давай. Приедем, купим. Все.